тяжелые условия эксплуатации – это обыденная реальность для колесных погрузчиков Volvo, и полностью обновленные колесные погрузчики L150G, L180G и L220G созданы именно для тяжелых условий. Высокая производительность 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Все три модели оснащаются оптимально сочетающимся силовым приводом Volvo и новым двигателем Volvo, отвечающим стандарту Tire 2 и капотом совершенно нового дизайна. Благодаря наличию присущего Volvo оборудованию, такого как гидросистема с регулировкой по нагрузке TP, механизм поворота ковша и кабина KR-CAP, они являются оптимальными машинами для выполнения работы. Источником энергии является новый 6-цилиндровый 13-литровый дизельный двигатель с жидкостной системой охлаждения, турбонагнетателем и передовой технологией процесса сгорания VACT. Для обеспечения оптимального процесса сгорания система вспрыска под высоким давлением управляется электроникой. В результате достигается высокий крутящий момент на низких оборотах, низкий уровень шума и расхода топлива. Мощность двигателя преобразуется в эффективную работу за счет электрогидравлической трансмиссии Volvo с плавным переключением передач. Усиленные AWB-мосты обеспечивают высокую надежность. Все нагрузки равномерно распределяются на мосты с разгруженными осями, благодаря чему полуоси беспрепятственно передают крутящийся момент на колесные редукторы. В результате снижаются напряжения, что продлевает срок службы. Машины оснащаются системой OptiShift, ускоряющей циклы погрузки, повышающей комфорт оператора и существенно снижающей расход топлива. Система включает в себя два устройства – гидротрансформатор с блокировкой и статором свободного хода и функцию Reverse By Brake, запатентованную систему Volvo для замедления машины с помощью рабочей тормозной системы, а не гидротрансформатора. Эта система оптимальна при коротких циклах погрузки, так как она обеспечивает большой комфорт при замедлении и снижает нагрузки на трансмиссию. Функция блокировки обладает рядом преимуществ, особенно при движении, погрузке и транспортировке. При работе с постоянной скоростью задействуется механическая блокировка. Такое решение предотвращает энергопотери, обеспечивает плавное и тихое переключение передач, экономит топливо и повышает производительность. При работе с бревнами исключительно важное значение имеет плавность и контролируемость рабочих движений. Знаменитый запатентованный Volvo TP механизм поворота-захвата обеспечивает эффективную работу с плавными и точными движениями. Благодаря превосходной геометрии механизма достигается высокое усилие поворота во всем диапазоне высоты подъема, включая верхнее положение. Эта характеристика облегчает разгрузку бревен. TP механизм поворота навески и все оригинальные навесные орудия Volvo оптимально сочетаются друг с другом. Превосходная проникающая способность и высокое усилие отрыва облегчают наполнение ковша материалами всех типов и при любых условиях. Одними из важнейших факторов производительной работы являются оператор и условия его работы. Кабина KR-CAP компании Volvo отличается прекрасным комфортом и высоким уровнем безопасности. Она испытана и одобрена в соответствии со стандартами ROPS и FOPS. Основные переключатели удобно расположены на передней правой стойке кабины, а вся необходимая оператору информация понятно выводится на информационную панель. Лучшая на рынке система фильтрации и система климат-контроля создают в кабине комфортабельную атмосферу при любых погодных и рабочих условиях. Благодаря установке усовершенствованных опор кабины удалось снизить уровень шума и вибраций. Превосходный круговой обзор обеспечен в любом направлении. Благодаря сочетанию электрогидравлического сервоуправления и рулевого управления CDC с помощью джойстика, оператор легко управляет машиной, полностью контролируя перемещение груза и машины. Переключение передач контролируется автоматической системой Volvo APS. Для выбора оптимальной передачи система принимает в расчет как скорость движения, так и обороты двигателя.
Кроме того, в случае необходимости система APS автоматически включает первую передачу, например, при наполнении ковша. Все машины Volvo разработаны для удобного сервисного и технического обслуживания, а капот двигателя полностью новой конструкции повышает удобство обслуживания еще больше. Капот открывается электроприводом на большой угол, обеспечивая превосходный доступ в любую часть моторного отсека. При полностью открытом капоте легко производить очистку и выполнять обслуживание. Ступени и сервисные платформы имеют противоскользящее покрытие. Безопасность обслуживания дополняется несколькими поручнями. Система Contronix постоянно и в режиме реального времени отслеживает параметры работы и производительности машины. Быстрые и удобные проверки уровня эксплуатационных жидкостей обеспечивают оптимальную работоспособность. Больше эффективной работы каждый день. Мы все придаем большое значение защите окружающей среды. Это также является основной ценностью Volvo, заложенной во все наши машины. В своем новом двигателе VACT компания Volvo совместила высокие характеристики с низким расходом топлива и токсичностью отработавших газов, соответствующие стандарту Tier 2. Новая педаль акселератора Эко-педаль также способствует снижению расхода топлива. На педаль действует противодавление, которое вынуждает водителя менее сильно нажимать на нее. В результате предотвращается необоснованный расход топлива. Само собой разумеется, что в случае необходимости оператор может преодолеть это противодавление. Качество Volvo, фирменные компоненты Volvo и проверенные технологии – вот слагаемые исключительно высокой надежности и прибыльности наших машин. Колесные погрузчики Volvo L150G, L180G и L220G созданы для максимальной производительности.